хлебница, сюда хлебушек клали. Угу. Туловище у него консервная банка. Перец болгарский продавался раньше. Очень-очень вкусный был перец. Ручки у него, видите, перчатки. Пружинки какие-то. Пружинки, ага. А ножки у него калоши. Ага. Такие калоши мы раньше носили. Не знаю, сейчас вы носите или нет, мы носили. Эта кукла находится в музее театра Образцова. И там еще находятся две куклы из спектакля «Золотая пряжа».